Челябинцам предлагают весело и с боевым азартом провести время. Игра «Лазертаг» завоевывает все большую популярность. И подробнее о ней мы поговорим с директором компании «Лазертаг Полигон» Дмитрием Бурдаковым. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Давайте еще раз постараемся объяснить нашим телезрителям, что же такое «Лазертаг». Ну, «Лазертаг» — это семейная игра. В нее могут играть как дети, так и взрослые. Абсолютно безопасная, бесконтактная игра. Кто-то сравнивает ее с компьютерными играми, кто-то сравнивает ее с пинболом. Единственное отличие нашей игры, она абсолютно безопасна, и никакие шарики, ничего не вылетает. То есть вот если говорить о пейнтболе, это шарики, которые с краской, да, наполненные, да, летят прямо в участника, в игрока, а «Лазертаг» что там летит? У нас специально оборудованная электроника, у нас вылетает из ствола автомата световой луч, который при попадании на датчик поражения издает звуковой сигнал. То есть боец узнает, что в него попали, соответственно, на шкале жизни, которая есть на автомате, жизни начинают убавляться. Вот, то есть в отличие, опять же, от пейнтбола, он сразу не покидает игровую арену, а продолжает игру. Вы сказали, что в эту игру могут играть как взрослые, так и дети. Какой возраст, возрастные ограничения? Вот с какого возраста можно начинать и до какого возраста можно играть? По возрасту вообще ограничений в принципе нет. Рекорд пока самый низкий зафиксирован. Играла девочка 3,5 годика. А вот вы сказали, что действие происходит на какой-то специальной арене. Это вот только специально подготовленная площадка или можно играть в любом месте, где захочется? У нас в Челябинске есть организованы две специальные арены. Вот. И также мы работаем по всей области на выездных аренах. То есть мы приезжаем на место, где заказчик и желает провести игру, смотрим, чтобы она отвечала требованиям травм безопасности. То есть если это даже заброшенное здание, чтобы никакие плиты, никакие арматуры не торчали и было безопасно и комфортно играть. Угу. А сколько человек необходимо для того, чтобы игра состоялась? В принципе, достаточно двух человек уже, чтобы игра состоялась. Вообще, чем больше людей играет, тем интереснее, потому что разнообразие сценариев, разнообразие тактик по нападению, по защите, по обороне. Проходят ли у вас какие-то акции? Допустим, для именинников есть какие-то скидки? Вот расскажите об этом. Да, конечно, в нашем клубе всегда именинники играют бесплатно. Это политика клуба, то есть если у вас есть день рождения, вы можете прийти неделю до дня рождения, неделю после дня рождения и отметить в нашем клубе. Также у нас есть мангальные зоны, где можно пожарить шашлык, то есть кто-то играет, кто-то отдыхает, потом поменялись. То есть если какая-то компания захотела отпраздновать какое-то свое событие, да, она может заказать вот такую игру в качестве корпоративного праздника, да? Да, конечно, у нас очень много проводят корпоративы, и мы выезжаем на некоторые даже заводы Челябинска и Челябинской области, проводим там игры. Вот, кто-то приезжает на наши площадки, то есть без проблем мы можем организовать любой корпоратив на достаточно хорошем уровне. Ну что ж, большое спасибо, очень интересная информация. Дорогие друзья, я напомню, что гостем нашей студии был директор компании «Лазертаг Полигон» Дмитрий Бурдаков. Несколько слов для наших телезрителей. Ну, что можно сказать? Ждем вас всех в гости. Приходите, попробуйте, что такое «Лазертаг». Абсолютно безопасно, бесконтактно. Приходите с семьей.